Какая же она? Страшная черная королева крови, властная клетка. Как же узнать ее в лицо? Начнем с того, кто она, откуда она и куда она идет. Это клетка, которая не решила, кем она будет, когда вырастет. Поэтому все ее ядро представляет собой равномерный, нежный такой хроматин. Весь генетический материал развернут, мы читаем инструкцию и думаем, кем мы будем, когда вырастем. Местами встречаются ядрышки. Ядрышки — это зоны, где синтезируются белки для создания в будущем рибосом. То есть, соответственно, идут активные синтезы, точнее, подготовка к синтезам. Вот здесь и нюанс. Все самое интересное и самое важное происходит в ядре. Цитоплазма для нас пока, ну, такое. Пока мы там ничего особо серьезного задевать не планируем. Ни гранул синтезировать, вукольки создадим, но, может быть, и не надо. В общем, на цитоплазму бластная клетка не очень обращает внимания. Ну и, конечно же, если ты планируешь размножаться, а ты клетка, ты должна быть большой. И вот они, наши основные критерии. Клетка большая, ядерно-цитоплазматическое соотношение большое, базофильная цитоплазма, да, но может быть и равномерной, и ее может быть немного, обязательно ровное, нежное, это розовенькое ядро, возможно, с ядрышками. Все.